Михаил Плецковский «Однажды утром». Утенок вечно куда-то спешил, и когда он быстро ковылял по зеленой травке, то со стороны всем казалось, что катится мяч. А так как этот мячик еще и клякал, то утенка назвали Клячком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не только что клечки, а к обыкновенной луже силком не затащишь. «Долго ты еще у меня будешь, неляхой!» — укоряла утенка мама. «Вечно ходишь, грязный да чумазый!» «А я и так себя плякляклясно чувствую!» — отвечал Клячок. Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить утенка. Вышел утром Клячок во двор, как всегда неумытый и заспанный. Поздоровался с цыпленком Фью: «Кляксствуй!» — это у него так слово «здравствуй» получалось. А цыпленок говорит: «Кто ты? Я тебя не знаю!» Тогда Клячок направился к щенку Тявке: «Кляксствуй! Я с незнакомыми птицами не здороваюсь!» — сказал щенок. Обиделся утенок на своих друзей. «Что это с ними?» — думает. «Почему они меня вдруг узнавать перестали?» Тут дождик начался, звонкий такой дождик, веселый, теплый-притеплый. Не успел Клячок под крыльцо спрятаться, и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали, говорят: «Здравствуй, какой ты чистый и симпатичный!» Клячок спрашивает их: «Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?» «Ко мне какой-то грязнуя подходил, а совсем не ты», — сказал Фью. «И ко мне тоже какой-то чумазый приставал», — сказал Тявка. «Так это же был я!» — засмеялся утенок. «Только теперь меня дождик умыл. Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся!» — проворчал щенок Тявка. «Ведь дождик бывает не каждый день!» — пропищал цыпленок Фью.